Игорь Бурко, шестой, Кирилл Примудров, 15-й, Максим Скавыш, 21-й, Тимофей Шарковский, 22-й, Алимардон Шукуров, 27-й, Данила Нечаев, 25-й, Роман Бегеря, 72-й, Александр Поздняк, 80-й, Никита Ершов. Пасует на Шукурова, есть пространство слева, туда и отправляется мяч. Вадим Побудей, подача, и некому замкнуть. А лицевую линию уже фактически спасая положение. Мяча коснулся Бурко, но обработать было нереально. Сквозняком на данный момент. Арсенал в атаке, Арутинян получает мяч. Входит в штрафную, дзержинская команда, штанга спасает Торпедо. Ну а мы смотрим повтор момента, который имели дзержинцы. Шикарный удар из пределов штрафной площади. Подача и удар, и гол! Торпедо открывает счет в те самые моменты, когда это наиболее нужно команде. Оказался на добивании. Шукуров подавал. Удар, по-моему, Нечаев нанес. Реагировал голкипер, но выронил мяч перед собой. Скавыш попал тому по затылку. Благо, что не потребовалась медицинская помощь. Момент какой шикарный! Мяч врезается в стойку. Продолжается атака. Еще одна подача. Забирает здесь Арутюнян. Перевод мяча на правый край. Оттуда подача. Годяев выпрыгивал. Удар сходу. И мяч прокатывается мимо створа. Это было неплохо. Неплохо поймал мяч, если не ошибаюсь, Милковский. Продолжается эта атака торпедовцев. Ковалев останавливается. Пасует под удар Мякишу. Шикарный момент. Еще один у хозяев, и они его упускают. Тума Сорока. Никто не встречал здесь Мякиша. Парашютом на него мяч запустил Ковалев. Касание, удар. Все правильно делал. Подача на дальнюю штангу. Бурко, скидка, удар! И снова мимо. Идет Арсенал вперед. Длинный загруз. Матяш поборолся и выиграл этот мяч. И удар какой неплохой получается сейчас от Петренко. Спасает свою команду обратно. И пришлось из-под перекладины голкиперу его доставать. Первое попадание в створ от футболистов Арсенала. Заброс мяча сделал ловец. Скидка. Дошел мяч до партнера, который уже находится в штрафной. Пошла подача. Будет ли удар? Чиж бьет, и мяч летает в сетку. 1-1 становится счет. Все бегут обнимать Чижа. Волков его будет менять. А мы же смотрим повтор этого эпизода. Годяев, передача направо. Петренко, вышедший на замену, навесил. Чиж оказался совершенно один здесь. И рикошетом от Алексея Залесского мяч влетает в ворота обратно. Петренко. Петренко в штрафной. Соперник перед ним падает. И, конечно же, Артем поспешил. Можно было лучше этой ситуации распорядиться. Потом пересмотрит повтор и будет жалеть. Матч на этом завершен. 1-1, и это довольно сенсационный результат. Максим Скавыш расстроен. Он опять забил и был близок к тому, чтобы его восьмой...